Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Штормовой уральский циклон переваливает через Урал, объединяясь с субтропическим циклоном на юге Западной Сибири. Теперь о погоде более подробно. 5 апреля в Новосибирске осадков не ожидается. Ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. Температура в ночные часы -4,6, днем воздух прогреется до +7,9 градусов. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. На этом я прощаюсь и желаю хорошего настроения в любую погоду.